Мне тут Костя принес завтрак. Спасибо. Видите в этом то, что я купила в эпицентре, подносик. Очень сильно удобно. И очень сильно удобно иметь вот эти замороженные блинчики. Вот сейчас нет света, он просто на сковородке их разогрел и говорит: возьми, покушай. А у нас, короче, получается, знаете, как у нас получается так, что я просыпаюсь. И пока есть свет, я, конечно же, кидаюсь сделать видео, я выпиваю таблетку для желудка, и через 40 минут надо покушать. И Костя, зная это, и зная, что я сейчас, ну, там, с головой влезу в работу, и, конечно же, через 40 минут забуду покушать, он мне очень часто вот так вот приносит именно завтрак. Вот. Ну, он приносил вот так вот просто на тарелке и чай. А теперь вот я купила поднос, теперь удобно. Вот. Ну и еще раз хочу сказать о том, что, блин, это очень классно, то, что есть вот эти вот готовые блинчики, вареники, пельменчики, которые люди сами лепят и которые очень-очень вкусные. Я оставлю ссылочку черкащанам под видео, где можно заказывать, где можно покупать, там по килограмму. Вы можете сколько хотите, столько себе и купить. Вот, не обязательно много сразу закупать, да, учитывая, что морозилка отключается. Но вот так вот купить, просто покушать на пару дней хотя бы, то я рекомендую, потому что очень вкусно. Вот, так что ссылочку я вам оставлю в описании. Это не реклама, денег я за это не брала ни у кого, сразу говорю. Это реальный отзыв. Мне реально очень нравится эта продукция, она вкусная. Позавтракать я успела. Какая-то странная сирена. Папа, я разбудил случайно. Я на сонные. Мирусь, у тебя папа разбудил? Да, и я ее принесла сюда Ай, поспать. сонная кусается. Хорошо, что тебя папа вернул. Как раз сирена на улице. Может быть, в подвал сейчас пойдем. Так я услышал и принес папа. А. Алиса с папой спала, представляете? Она вот так одета и спала у тебя, да? Да. Я переживала, что заболеет. Наверху у нас намного холоднее, чем внизу. Я вот Алискино желание спать наверху вообще не понимаю. Да, Алиска, наверное, больше с мамой. Да, здесь теплее, Заинька. Внизу теплее с мамой спать. Что это ты с папой? С папой спать и с папой. А? Ты что, маму не любишь? Люблю, только я хотела пока поспать с Катей. И завтра. Теперь с Катей хотела. А, ну да, она у нас по кругу ходит. Со мной спит, ну, потом с Катя папой, тоже потом с холодная Катей. комната. Что какие-то глаза сегодня подпухшие, ты видишь? Не выспалась, наверное, еще, да? Да. Света у нас нет, поэтому я сейчас буду в телефоне смотреть, что там у нас за сирена. Да. Так, я укутала Олесечку, потому что говорит, что-то холодно ей. Так, ну Украина красная вся, а причины сейчас будем смотреть. Почти все. Мамочка, я А? придумала классную идею. Классную Мы идею. будем жить в этих Черкасах, иногда приезжать в Испанию. Да, классная идея. Только же Испания так далеко. О, Алис, думаю, что твоя Мира размурлыкалась? Батон такой джентльмен. Ага. Ля-ля, она прибалдела прям. Она спит. Ёба тоже вылизывает. Да. Только в итоге она начала его кусать. Мира, ты глупая. Не кусалась бы, он бы не ушел. Чего у тебя? Твоя любовь в играх заключается. Побежала за батоном, гляньте. Потягушки. Батош, ты чего? Только что вылизывал. Катя мне написала, вроде авиация над Беларусью, ничего страшного. Сейчас будем ехать по делам. В машине папиной согреешься. Дома все равно света нет, делать нечего. Что, тебе чайку сделать назад? Будешь чайку? Да, у меня как раз горлышко болит. Ну вот, поспала в холоде. Вот в Беларуси активность тактической авиации. Вот это вот причины того, что сейчас сирена. Так, мы с Лисюшкой уже лепим. Она пошла искать зеленый пластилин. О, свет, кажется, дали, пикнула. Ура, а ну включи тогда, а то тут плохо видно. Я покажу, что мы налепили. Это зайчик ей принес такой наборчик. Вот тут делается вафелька. Вот. Мама, делается кусочек сыра, так похож на настоящий. Кошку кавить. Кошку? Да, кошку. А это яичница. Кавить. Щенячьего патруля, вот такую карри можно сделать.
Давай сделаем. А воздушную тревогу, кстати, еще так и не отменили, поэтому мы пока никуда не уезжаем. Вот мы с Алис такой бургер сделали. Она говорит, давай это будет кетчуп. Хотя это похоже на что-то для тортика. Ну, в общем, так вот. Давай тогда, солнышко, пока включили свет, сейчас тебя заплетем. Ого, ты зеленого нашла. Ты одной бы баночки хватило. Ты, Алиса, салатик хочет сделать. Ой, стиралка включилась, как чудесно. Ого. Мама, смотри, фокус-покус. На сковородочке. О, перевернула, молодец. Вообще так блины переворачивают, да? Большой блин. А, слушайте, такой классный подарок. Вот такой небольшой наборчик. Маленький. Я пожарила яичницу. Да. О, да, ты уже сделала листик. Ну, такой функциональный. Давай его чуть-чуть поджарим. Листик? Давай, куда его бургер положим? Вот сюда. Наверх прямо? Сверху листики? Листики обычно внутри? Маха, ты пришла покушать? А яичница... Угощайся. Дурацкий был. Все время надо скользкий, да? Как хорошо. Хорошо за то, что теплый. Вот этот пол, он подогревается, когда есть свет, разумеется. И когда есть отопление. Но я вам скажу, раньше он подогревался гораздо лучше. Сейчас еле-еле. Вот. Но сесть и обуться можно. Короче, вышли мы. Джесси была за калиткой. Открыла калитку. Вместо того, чтобы зашла Джесси, чухнул Умка. Теперь вдвоем сбежали. А вдруг Мира выбежала? Ты ее поймала? Не, Миру надо поискать. Кость, мы хотели взять у тебя фонарик и посветить под твоей машиной, не сидит ли Мира. Мы ее дома не нашли, не увидели. Да не выходила, она спит, наверное, где. Не знаю, мы звали-звали. Кис-кискали. Алис, садись. Садись, папа сейчас посмотрит. Ты посмотришь под машиной? Посмотрю. Бо она под твою машину всегда бежит. Ох уж эти наши младшие братья-питомцы. Батон на улице сидит. Маня за нами выскочила. Умка хрип, короче, не может нормально лаять. Еще сейчас за Джесси убежал. Костя пошел их искать. Катя же вышла без куртки, наверное, поэтому вернулась. Холодно. Каких их искать? Ну, кого? Собак, собак. Все, Умку поймали и Джесси зашла. Все нормально. Получается, Костя вышел, они вот так бегут и побежали мимо машины. А я открываю дверь машины и говорю, Умка, иди ко мне, мой мальчик. Он ко мне подбежал. И все, и мы их завели. Будешь... Там Джесси и Умка побежали. Опять? Да. Ты не шутишь? Нет, я не шучу, папа, их выпусти. Он сейчас, наверное, злой как черт, раз у меня опять выбежали. Это правда смешно. Только словили. Дубль 2 называется. Да, дубль 2. Это я еще подумала, жалко не засняла, как его поймали. Вот, наверное, материализовалась, сейчас засниму. Кать, надо на перехват встать. На тебе холодно будет и без куртки. Да и я ж без куртки. Думала на перехват встать, чтобы если мимо бежать будут, словить. Сработало и второй раз. Пришел, держи его. Шо, Костя? Достали уже, бегает. А это же... Кать, ты зачем его отпустила? Он чуть не убежал. Держи. Ты калитку недозакрыл, да? Я выходил, он сразу увидел. Джесси где? А, вон она. Заходи, Джесси. Надо, чтобы Джесси зашла, а то он будет пытаться выбежать. Кость, надо, чтобы Джесси зашла. Джесси найдет. Вон, она через ту дырку заходит, если надо. Джессика, иди домой. То мы на тебя сейчас наедем, блин, машина. Я опять буду нервничать. Он за ней плачет. Я поняла, до меня наконец-то дошло. Джесси не домой просилась, когда я ей открыла калитку. Это она просилась, чтобы ей выпустили Умку с ней погулять. Поскольку она и сама может под калитку пролезть. Вот в чем прикол. Она хочет с ним побегать. И он, бедняга, к ней хочет. Так, звоню Наде, она что-то трубку не берет, чтобы Джесску забрала. Ладно. Так Надя уехала, наверное. Машины нету, да? Ну, я а собрала. Куда? Она вроде дома была. А, она на мафию собиралась с Настей вместе. Ну, еще ж вроде рановато. Так, мы зашли в аптеку медтехника. Я ее обожаю, потому что здесь просто есть все. Вот реально, здесь даже кровать можно купить. Вот такую вот. Тьфу-тьфу-тьфу, дай бог, чтобы она никому не понадобилась, но тем не менее. И здесь есть эти грелки резиновые, смотрите. Я сейчас их возьму
так как мне советовали подписчики, да, я и сама об этом думала. И даже когда мы в подвал спускаемся, вот так набрать кипятком, и вообще красота. Завернуть в полотенце, ребенка положить, укрыть, и все. И мы не будем мерзнуть. Шикарно. Здесь всегда очень много интересных вещей, не могу вам не показать. Никогда не видела такого. Реабилитационный тренажер для ног после инсульта. Когда нога одна не поднимается, садишься на стульчик, вставляешь сюда ноги и крутишь. Вот. Тоже шикарная вещь, никогда такую не видела. Маска, гляньте. Посмотрите, какая маска. Она закрывает нос, закрывает рот. И она пластиковая. Ее помыла, все. Ну, как бы не нужно кучу покупать одноразовых. По-моему, тоже шикарная вещь, кстати. В плане экономии. Вот тут это? С Катей увидели скакалку специально для взрослых. Смотри, развивая, вытрывались. Это мне, наверное, надо. Развивая, вытрывались. Зміцнює серцеву судинну та дихальні системи. Допоможе досягти стрункості. Мені вже поздно, наверное. Не знаю. Так, следующим шагом мы поехали покупать теплую одежду. Именно я хочу себе очень теплую пижаму. И Катя, наверное, хочет себе, да, Кать? Кать, ты хочешь махровую теплую пижаму? Да, хочет. И Настя себе хочет. Короче, Настя там уже нас ждет. Мы сейчас пойдем на нас на всех посмотрим. Мне тут Костя пока дал разговор с моим братом посмотреть. Брат фотку прислал. Такой у него взгляд стал серьезный. Был как-то повеселее. Уже, видать, насмотрелся там на передовой. Блин, я просто смеюсь с их разговора. Брат пишет. Разных вкусняшек заграничных попробовал. Тут бывает волонтеры привозят. Особенно лапша с соусом. Кого? Терияки. Японская, нормальная. По-моему, этот магазин опять не работает, он не светится. Вот тоже он, да? По-моему. Просто а что-то за Настя нас звала. Так, сейчас пошучу. Предложу Насте клизму. Ну, на самом деле это грелки, да? Но, сейчас покажу. Есть разница. Вот продаются просто как грелки. Вот оно так и написано. Грелка резиновая. Она там затыкается, набирается кипятком и все. А есть вот такая вот, она же грелка, но и она же кружка эсмарха. Там есть такие длинные, ну как, шлангочки. Настя, залезь на секундочку. Ну на секундочку, я тебе что-то расскажу. Катя вообще без куртки, мало. Боже, в рукавичках. Так пусть она зайдет в магазин. Давай, быстрее. Я тебе эту клизму подарю. Господи. Хочешь? Не, не надо. Да ладно, грелку. Смотри, грелка резиновая. Набираешь кипяток, набираешь внутрь кипяток, заворачиваешь в полотенце, ложишь себе под одеяло. Не, серьезно тебе говорю. А зачем ты их так много накупила? Подвал. Ладно, пойдем, мам, пока тебе стоит. Возьмешь? Возьму, пошли. Так, куда меня притащили девчонки? Сейчас посмотрим. Ты такой теплый костюм хотела? Ты же говорила, махровый какой-то, как пижама. А. Симпатичные вещи. Тут куртки есть, Катя. Мне тут мне понравилось. Ну, возьми, померяй. Она зимняя, ты уверена? Да. Вроде как. Да. Ну, вроде как на меху, конечно, но зимние, мне кажется, должны больше быть как пуховики. А я думала, Кате вот эта куртка понравится. Черная. Тут убрала много своих классных платьев. Вот то, что вы с Ваней тогда покупали? Да. А он еще не уехал? В 7 утра. Да что ж тут холодно, тут же жара такая. Слушай, наконец-то рукав длинный более-менее, да? А то мы все высокие, мы когда меряем подобные куртки, у нас всегда коротит рукав. Этот хороший. Но все же сильно на зимнюю она не похожа. На зимний? Ну, да. Такое, да. На снега, Катя, оно будет тебе холодно.
Ты можешь взять себе такую и что-то еще потеплее. Что кажется? Це поки нове хутро, то воно ще не, як сказати, не вилинено. Ну, покажи спереді. Раз, два, одягнути, а й вже буде добре. Угу. А якщо тут застігнути? Угу. Ух ти. Это как говорила моя мама, нашему вору все в пору. На тебе все красиво. Только у тебя луна? Ну да, вот я что ж думаю, что светлый мне скорее всего. На тебе красиво в светлом. Ой, я помню эту курточку, как мы с тобой думали, брать ее или не брать. Она теплая. Не, она красивая. Ну да, у тебя тогда. Тогда она тебе очень нравилась. Ну, с белым как-то хоть, не знаю, что-то выделялось, а тут все сливается. С белым контрастом. Да, там контраст. Я не говорю, чего больше нет. Небольшой. На худи, как и треба. Да? Угу. Кать, вот смотри, будет. Как ты любишь увеличенные вещи. На Насте. Что, не понравилась та курточка? Ну, вот эту еще можно попробовать. Вот длиннее. Курточка дольше. А ну, Настя, передом покажись. А мне в белом больше нравилось. Да. А тебе ногти сделали? Да. Хоть покажи. Видишь, что сделала? Ну, втирка это называется. Я не знаю, что такое втирка. И форму, видишь, поменять решила. Срезала свои длинные ногтики. Ну, хорошо, потому что долго с длинными тоже как-то неудобно. Не очень удобно. По мне, как по мне, классный свитер. Вот такого вот типа Катя взяла с горлом. А что за с выставкой? Мне вот этот розовый очень нравится, а Кате нет. Ты решила этот брать? Не, не. А ну повернись. Мне полоски. Ну да, да, мне тоже. Наверное, белый надо все-таки брать. В белом классно было. Вон, видела свитерки? Не хочешь такой свитерок розовый? С рубашкой, прикольно, да. Настя. Черный тоже классный. Может, реально черный купить для разнообразия? Угу. Да, это прикольно. Возьми и померяй. Так, а возьми вместе с рубашкой. Еще вот тут платье можно. О, давай-то. Чуть-чуть светлее того, чем который на тебе. Очень красиво. Угу. А ну, передом покажись. Интересная моделька, чуть-чуть другая, да? Ну, бери белый. Да сейчас еще такой же черный, как тут. А. Повернешься? Угу. Тоже ничего. Ну да, ничего. Кстати, да. Очень даже ничего. Это для самой же шипы. Ага, да. Это платье. Ну, на темном от собаки шерсть белая может быть. Тоже. Как бы белый может запачкать собака, а черный может белая шерсть быть. Ну да. У нее просто собака белая. А есть. Мне тоже светленький больше понравился. Светлый, но только М, потому что вот как сидит мне этот. Не, а мне больше понравился, как тут сидит. Он свободнее, и поэтому тебе будет удобнее дома. Ты же дома будешь в нем греться? Нет, конечно. А, нет. Так, повернись передом. Он очень теплый должен быть. Не нравится? Жалко. Там разных цветов. Там разных цветов есть. Ну а застегни его доверху. Смотри, как будет тепло. Закуталась в воротник. Там есть гораздо лучше. Ну, смотри, ладно. Просто у всех свой вкус. Мне даже рубашка на тебе нравится.
Ну, я знаю, ты любитель таких штучек. Это жилетик такой в стиле школы где-то за границей. Куда я для этого костюма, по-моему? Нет? Ну да, что-то чуть-чуть не хватает талии, как бы пояса какого-то. Чтобы приталина немножко было не хватает. Давай. Я тут обратила внимание на мятную курточку. Вот эта курточка зима? Да. Зима, помери. Такой цвет интересный, классный. Блин, мне нравится уже. Настя, сзади шик. Спереди не видела, но сзади шик. Вообще классная, она реально классная. Еще и выдерживает минус 25, тоже супер. Она новая моделька, да? Ми їх уже другий рік привозимо, їх угу. Розбирають, і ми партіями їх привозимо. Ясно. Ясно. Ну, цвіт класний. Першу тренірочну. О, обалденний. А ну, капюшончика ще. Если там, ну, если у тебя там ветра будут, зимой же там такие ветра. Он как-то держится или будет падать? Классно. Классно и вообще классно. Бери, даже не сомневайся. Давай, я тебе подарю. Мне все равно, сколько она стоит. Серьезно? Да. Все равно, лишь бы ты была тепло одета. Там ще в Ліза і светрик, і костюмчик. А колір такий тільки? Такий, дивіться, є пудовий, є бежевий, чорний. А тебе такий не нравиться? Ні, мені нравиться, але може якийсь буде краще. Ну, попробуй, але я не думаю. Це трошки інші модельки, ось це. Ось така йде ще в чорному кольорі. Ось такий бежевий. А можна бежевий? Так. І ось ще, дивіться, пудровий. Бежевий показати? Так. Бежевий у тебе вже була, а такого ще не було. И вообще она такая яркая, классная. Ну да, тоже неплохо. Но проще. Типа простенько, а в той модно. Это я скрою еще, просто однозначно. Да. Ну ладно. Уговорили, да? А еще под тот костюм подойдет, который ты купила, светлый. Она же весила с таким же светлым на этом, на манекене. Так, все, нас все одели, еще обуть надо. Вернись. Вернись сюда, плиз. Тут было. Ще можна носити під поясочок і лосини, буде дуже класно. А, під пояс можна. Широкий, да? Ну, він такий йде. Ну, тобі подобається, ні? Тепленький? Тепленький, там так само 50% акрил, 50% вовна. Большой, звісно, такий. Не акрил і вовна, Настя, состав шикарний. Просто тепло будет, очень тепло будет, не знаю. Может, вот еще одно яскравое. Подумай, может, другого цвета? Типа я опускаю руки, и вот это вот он как-то странно. Ну и что, ты же греться в нем будешь. Может, это же на холодную погоду где-то. Зато мерзнуть не будешь, ты же вечно мерзнешь. Какой? Там такой яскравый. Зеленый? Да, вам туда, уже надо. Побольше есть ржавый. Скажи, давай ты. Ага. Ну давай, попробуем зеленый. Це трошечки світліше, якщо що, може контрастніше знати. Настя утонула в світері. Це як будто б з мужчини зняла. Давай. А там другий розмірчик, так? Ну, там інша модель. Вроді парень зняв і дав тебе погріться. Держи, Настя. А, кстати, чуть-чуть другой зеленый, да, даже? Да. Оттенок. Да, да. Кстати, мне больше нравится. Это яскравый, но мне еще подобается. Да, да, мне тоже. Ну, плюс размер. И размер. Да. А ну, повернись. Я даже не думала, что зеленым красиво так может быть. Слушай, классно. Светланькин завжди в зеленом и гарно. Да, мне тоже больше нравится, чем первый. Тут колір дорожче, ніж той зелений. І головне, що він теплий буде. От реально теплий, ти согрієшся, де б не сиділа, розумієш? Береш? Ех, а я хотіла так беленький.
Себе? Да ну, я сейчас... А что? Да ну, с таким весом надевать белую одежду, ты шо?